сбалансированная система охлаждения, чтобы она не грелась. Все это сделано для того, чтобы машина могла, ну, не только, условно говоря, катиться, а участвовать в классических ралли, комфортно себя чувствовать в потоке. Данный автомобиль, к сожалению, не имеет регалий, она в гонках не участвовала. Их используют в качестве презентации своих продуктов, каких-то выставок, своих там корпоративных мероприятий и так далее. Вещь, которую, в принципе, нужно почувствовать в жизни, увидеть хотя бы как минимум раз. А еще, если возможно на ней прикоснуться, это за гранью вообще человеческих каких-то эмоций. Я очень благодарен людям, которые решились это сделать. Надеюсь, их желание не поменяется, они останутся довольными и продолжат это делать.